На. Это Андрюха. Это. Смотри, короче, нас на Украину отправили. Это. Получается, разбомбили. Как бы, ну, я сам подошел, то есть попросил, чтобы, говорю, кому подойти, чтобы, говорю, не убили, ничего. У меня все хорошо. Могу сказать одно, ты в этом году в армию пойдешь. Самое главное, не ходи, либо вообще не иди туда, либо дань просто, если скажут, что куда-то ехать, либо еще что-то, блядь. Пиши отказные, не отказные, я не знаю, но не надо, серьезно. Нам когда вот говорили в России, то что все вот это вот блядство, то что типа здесь вот есть бандеровцы, которые своих же бомбят. Знаешь, как здесь на самом деле все происходит? Наши войска просто, наши войска по городам херачат. А нам вообще совершенно другую херню говорили. Я сейчас здесь, Дань, то есть у меня все хорошо. Самое главное, ты не переживай, если тете похоронка придет, либо еще что-то. Просто скажи ей то, что я тебе звонил, у меня все хорошо, я жив, здоров. А людям? И расскажи то, что... Пусть люди выходят. Всем, вот, всем скажи, вот, кто у нас есть, родственники, не родственники, скажи то, что все, что говорят по телевизору, это все пиздеж. И скажи, на самом здесь деле люди? Здесь все по-другому. Здесь люди хорошие, вот меня, получается... Дорога не грязь, скажи. На машине довезли, то есть... Я сижу, меня умыли, мне куртку дали, то есть я сейчас в тепле, то есть сытый, накормленный. Я тебе могу сказать одно, то, что говорили нам, это все пиздеж. Мы здесь вот сидим сейчас, я и вот, кто меня привез, я могу сказать одно, я не понимаю, вот нахера все это было сказано нам, то, что нам говорили там в России. Здесь дороги у них, вот серьезно, по деревням везде асфальт, то есть освещение, все здесь полностью, все. Бля, я... А все, что по телеку показывают, это пиздеж. Я сам лично здесь сейчас, Дань, нахожусь. И я знаю, как это. Я тебе серьезно говорю, да. В Харькове наши войска бомбят. Не украинские войска, а наши войска Харьков бомбят. Они по городам идут. Чтоб ты понимал, нас скинули здесь нахуй просто как свиней.